На вокзал заходит группа полицейских, росгвардейцев и сотрудников администрации. За общественными местами пристальное внимание. Маски не прихоть, а необходимость защиты здоровья, своего и окружающих. Поскольку пассажиров в данный момент нет, проверяют вокзальные торговые точки. Спасибо. Затем направляются в местный торговый центр и практически сразу встречают у банкомата гражданина без маски. Маска есть у вас? Есть. Нет. В машине. Должна быть на лице. Да. Знаете, сколько штраф за нарушение масочного режима? Учтете? После проверяющие заходят в продуктовый. На месте оценивают обстановку и общаются с персоналом. Отмечено, большинство горожан соблюдают меры предосторожности, но совсем без нарушений не обходится. В случае обнаружения нарушителей реагируют немедленно. Их привозят в управление по делам гражданской обороны и составляют административные протоколы. После – суд. Если нарушение первое, ограничится предупреждением. Рецидивистам – штраф. Ознакомлены ли вы с протоколом? Замечания по содержанию протокола какие-то имеются? Несогласия по выявленному нарушению? Необходимо отметить, что санкция за нарушение масочного режима предусматривает в том числе штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, в связи с чем хочу обратиться к жителям города Губкинского с рекомендацией, скажем так, настоятельной соблюдать масочный режим. В первую очередь это необходимо для вашей же безопасности, для безопасности ваших детей и близких. Итог рейда – 11 административных протоколов. Но цель не наказать, а напомнить о необходимости соблюдать элементарные требования безопасности. Эпидемиологическая ситуация сейчас зависит от сознательности и ответственности каждого. Валерий Усманов, Олег Короткевич, новости Губкинского.